Сегодня мы прощаемся с человеком, который отдал всю свою жизнь, знания, опыт и посвятил свою жизнь нашему родному Башкортостану. Ушел из жизни первый президент нашей республики Муртаза Кубайдулович Рахимов. Муртаза Кубайдулович был крупным хозяйственником и политиком. Причем на первое место он считал себя хозяйственником. Не только для нашего родного региона, но и для всей страны. Считаю честью, что мне более 15 лет работал, и что я более 15 лет работал бок о бок с Муртазой Кубайдуловичем и воплощал его идеи и решения в жизнь. Работалось трудно и легко. Трудно, потому что время было такое, о чем сегодня уже говорилось, что Россия искала свой путь. Легко и азартно, потому что нами руководил человек, который умел конкретно ставить задачи и выбиваться, и добиваться их выполнения. Всегда считал и считаю до сих пор, что я, Муртаза Кубайдулович, для меня учитель и наставник. Он был и остается для меня примером. Муртаза Кубайдулович стал руководителем в сложные для России годы, но тем не менее заслугаю в том, что именно при его непосредственном участии была принята Конституция Республики Башкортостан, была сформирована законодательная база нашего региона, было сформировано правительство и муниципальная власть. И сегодня, благодаря этому, модель управления муниципалитетом, которая была принята в то время, работает много лет, доказывает свою эффективность. Муртаза Кубайдулович уникальный руководитель, заложивший основы нашего процветания нашего Башкортостана. Я искренне соболезную вам, друзья, родным и близким, и вечная память о Муртазе Кубайдуловиче останется навсегда в наших сердцах. Спите спокойно, уважаемый Муртаза Кубайдулович.